Ты меня слушаешь? Конечно. Что же тебя отвлекает? Я слушала тебя. Твои красные щеки тебя выдают. Кого ты пытаешься обмануть? Тебе это не понять. Хватит намекать на мою бессердечность. Выкладывай все. Я поняла, ты нашла очередную любовь в своей жизни. Кто этот счастливец? Вот. Где же этот принц? Я не видела таких особ у нас. Он еще не учится у нас. Но уже переводится сюда. Вау. Я надеюсь, ты с ним знакома. Нет, он игнорирует мои сообщения. Ты же мне поможешь? Интересно, каким образом? Ну, у тебя есть связи? Я поняла. Я звоню папочке и говорю, что моей подруге нравится парень, поймай мне его. Так? Да, именно так. Алло? Подруга, мы не в кино. Я делать этого не буду. Очнись уже. Ди, ты такая... Тварь бессердечная, я знаю. Ди, ты обиделась? Ди! Дина, остановись. Здравствуйте, учитель. Дина, почему ты не на уроке? Ты же знаешь, что нам всем влетит. Вам, может, и влетит, а мне нечего бояться. Легче вам сказать, что я была на уроке. На следующем уроке ты должна быть, я проверю. Обязательно. Мне уже нравится эта школа. Обычная школа, ничего особенного. Не порт настроение. Я извиниться хотела. И я думала домой уйти. Ты вовремя. А ты мне чуть-чуть поможешь? Он особенный, я не могу его потерять. Очередной бабник и все. Ладно, посмотрим. Спасибо. Следующий урок будет с ними. Какой урок? Физкультура. Тогда без меня, подруга. Я готова тебе помочь, но нет. На физкультуру я не пойду. Ну, пожалуйста, Ди. Нет, выкрутишься сама. Ладно, пойду готовиться. У тебя все получится. Прогуливать плохо? Кто такой умный? Я знаю, что плохо, а что нет.
Новенький. Даня. Даня, я вижу, ты тоже не спешишь на урок. Ди. Ну вот, знакомьтесь. Вам по пути. Я Ви. Мне не интересно. Долго будешь идти за мной? Кто сказал, что я иду за тобой? Ты шел за мной, врешь. Я всегда честен. Это ложь. Нет. Тогда я послушаю твой ответ. Ты мне совершенно не интересен. Странно, но ты мне тоже. Даже разговаривать с тобой противно. Эй, ты куда? Я противный. И странный. Хорошо, и странный. Даня! Ты? Точно, Ви. Приятно познакомиться. Серьезно? Прости, не было настроения. Ничего страшного. Сколько у тебя уроков? 6. Жалко, я хотела познакомиться поближе. Успеем еще. Раз мы прогуливаем урок, пойдем, я покажу всю школу. Хорошая идея. Ты еще кто? Привет, кузина. Я спрашиваю, кто ты? У тетушки спроси. Мама, это кто? Ты о чем? Кто сидит у меня в комнате? Это твой кузин. Он будет жить у нас, а завтра ты отведешь его в школу. Нет. Я не хочу с ним возиться. Ди, милая, будь послушной девочкой. Ну что ж, кузин. Как зовут и сколько лет? Не злись. Отвечай на мой вопрос. Лука, 17 лет. Я надеюсь, твоя школа приличная. Какая есть, будешь учиться. Обижаешь, не хочу учиться с отбросами. Помолчи уже, пожалуйста. Ди, это кто? Не обращай. Лука, кузин Дины. Почему меня не предупредила? Представь, я вчера про него узнала. Покажи мне мой класс. Я тебе не нянька. Хорошо, я с тобой останусь. Пошли уже. Пожалуйста, проходи. Бегать за тобой больше не буду. Что ты хочешь? Без меня домой не уходи. Конечно, как тебя забыть, любимого? Вчера я решила подойти к Дане. И он не против дружбы. Он замечательный. Значит, моя помощь больше не нужна. Нужна. Пойдем со мной к нему. Вау. Пойдем завоевывать твоего принца. Привет. Чего тебе?
Не беси меня, я вежливо сказала. Ви, как твои дела? Отлично. Приглашаю тебя в кино после уроков. Серьезно? Конечно. Ди. Что еще? Где медпункт? Тебе плохо? Что случилось? Пойдем, все расскажу. Конечно, пойдем быстрее. Вау! Никогда не видела Ди доброй. Этот парень сделает ее счастливой. Понимаешь? Круто, что сказать. Ты знаешь, кто это? Лука, вроде как кузин Ди. Ну так, встретимся после уроков. Ты как? Уже отлично. Что случилось? Неважно. Ладно, тебя отвезти домой. Не против компании. Только нужно предупредить Ви. Ви, мне нужно уйти домой. Оставляю тебя одну, не скучай. Что-то случилось? Нет, все нормально. Ладно, пока. Пойдем. Странно. Что? Ди ушла домой. На нее не похоже. Не беспокойся ты. Интересно, что скажет мама? Прогуляли школу без причины. С причиной? Допустим. Мне нужно отдохнуть. Конечно, отдыхай, кузина. 2 часа спустя. Дина, я жду объяснений. В смысле, ты прогуляла школу? Кто мне обещал, что прошлый раз был последним? Мам, ну прости. 1 раз в месяц можно. Конечно, все можно. Ты наказана. 2 недели дома сидеть будешь. Подумаешь. Ты проболтался маме. Откуда она узнала, что мы ушли? Может, учителя позвонили? Ко мне никаких претензий. Да. А тебя почему не наказали? Да, когда наступит совершеннолетие, я подпишу контракт о свадьбе. Все будет отлично. Обещаю. Свадьба? Интересно, кого мама замуж отправляет? Меня? Бред, она не посмеет. У кого можно остаться на ночь? Ви, есть проблема. Ты дома? Да. Тогда я сейчас приду. Что случилось? И я тут из дома сбежала. Мама наказала. Вот так. Ладно, оставайся, только тише, мои родители спят. Спасибо. Как там твой принц? Отлично. Но я хочу, чтобы у вас были хорошие отношения. С чего вообще такая агрессия? Просто нам не найти общий язык. Смирись. Я не хочу с ним что-то выяснять. Прости уж. Ди, ты идешь в школу? Не знаю, у тебя неудобно оставаться. Домой идти тоже не вариант.
Ладно, пойду с тобой. Только учебниками поделишься. Обязательно. Только не наткнуться на Луку. Пожалуйста, пожалуйста. Ди, ты тут? Хватит паниковать, как я. Нет ничего страшного. Он предатель. Видеть его не хочу. Дина, милая, закрой свой рот, что ты на весь класс орешь. Нам не интересно слушать, как тебя парень бросил. Лили, послушай. Ушастых людей, как ты, прошу закрыть уши и сидеть тихо. Согласна? Стерва ты! Спасибо за комплимент. Вау. Ви, куда ты меня тащишь? Я поняла, мы идем к твоему принцу. Я не пойду. Ну, Ди. Ну, ради меня. Просто будьте друзьями. Ладно, но только ради тебя. Я надеюсь, ревновать не будешь? Не буду. Обещаю. Привет. Привет, малышка. Я хочу начать наше знакомство заново. Чтобы мы, дружили. Ну, раз так. Конечно. С удовольствием. Отлично. Надеюсь, вы серьезно подружитесь. Обязательно. Ви, можно нам поговорить наедине? Жди меня в классе. Конечно, не задерживайся. Говорю сразу. Это все ради Ви. Не хочу видеть ее расстроенной. Только посмей ее обидеть. Я все еще ненавижу тебя. Мне очень интересно. За что? Когда я успел сделать что-то плохое? Мы даже толком не знакомы. Вспомни, что было 5 лет назад. Надеюсь, ты вспомнишь и поймешь все. Что такого было 5 лет назад? Ви, я пойду домой. Не хочу вас стеснять. Ты уверена? Мои родители не против. Все же лучше идти домой. Хорошо, удачи тебе. Подожди. Ди, ведь тогда мы были маленькие. Да, но это ничего не меняет. Я помню тот год от начала до конца. Я счастлива, ведь через 3 месяца я больше тебя не увижу. Эти насмешки каждый день. Не веди себя как ребенок. Какой ты надоедливый. Я вроде все сказала. Еще скажи, что не за мной идешь. Не иду. Я спокойно иду домой. И где твой дом? В гости приходи. Могу чаем угостить. Придурок? Мне просто интересно. Я никогда тебя здесь не видела. Почаще на улицу выходи. Ну скажи уже, где живешь. За углом 2-й дом. Фух, слава богу, не на моей улице. Что? Утром еще встретимся. Боже, за что тебя вообще любить можно? Жалко, Ви. До завтра, злюка. Ты хуже любого наказания. Юная леди, я жду объяснений. Я не буду перед тобой отчитываться. Ты мне не мать. Тебе слушать противно. Дина, что ты такое говоришь? Я мать твоя! Мою маму никто не заменит. Я помню ее прекрасно. Молчишь? Вот это правильно. Дина, ты не представляешь, какой была твоя мама.
Вся в нее. Откуда она узнала, что я ей не мать? Как она могла вспомнить это? Тише, все услышит. Она сорвет договор о свадьбе. Все будет хорошо. Договор есть, поставить подписи, и все готово. Все хорошо, свадьба и деньги будут. Обещаешь? Конечно. Она меня вообще не слушает. Сделай с ней что-нибудь. Безобразный ребенок. Я хочу от нее уважения. Дина обязательно тебя будет уважать. Подожди немного. Ви, есть проблемка, кажется. Извини, я не одна. Даня, значит. Еще одна ходячая проблема. Разберись как-нибудь сама. Спасибо за помощь. Дина, открой дверь. У нас есть важный разговор. Я не хочу вас видеть. Тем более эту подстилку. Не веди себя как ребенок. Да, я ребенок. Вот и веду себя так. Можете не стараться, я не открою. Завтра утром поговорим. Обязательно. Подумать, к кому можно пойти? Ви я видеть не хочу. Придется просто походить по улице. Наверное, единственный вариант. Круто. Ди? Ты откуда взялся? А ты что забыла в это время на улице? Погулять решила. А если серьезно? Ты же сам сказал мне погулять. Вот, пожалуйста. В 3 часа ночи? Пойдем, я тебя домой провожу. Оставь меня, я никуда не пойду. Тогда я хочу послушать тебя. Уйди с моих глаз, наконец. Тогда я сам. Отпусти! Даня! Ну и зачем ты меня притащил сюда? Не оставлять же тебя на улице одну. Я тебя об этом просила? Нет, я сам все решил. Я ухожу. Я тебя не оставлю одну. Ладно, останусь. Ты живешь один? Да. Круто. Можешь приходить, если хочешь. С чего бы мне сюда возвращаться? Кто знает? Где здесь уборная? Наверху первая дверь. Спасибо. Отдай! Готовы? Готовы! Эта фотография вам на память. Память вашей дружбы. Берегите ее, хорошо? Да, мы будем дружить всегда. Ди, я тебя никогда не оставлю. Даня, все хорошо. Ты обиделся? Уйди. Надоело, путаешься везде. Даня? Уходи, видеть тебя не хочу. Это, конечно, все прекрасно, но как ты оказался на улице? Были важные дела. Какие? А ты что там делала? Неважно. Ну вот. Это мой ответ. Ты идешь завтра в школу? Да, другого варианта нет. Можешь остаться у меня? Лучше уж идти в школу. Как знаешь. Знаю, у меня только одна кровать. Ты сейчас издеваешься? Для тебя свободны все диваны. Ты же уступишь мне кровать. И не подумаю. Эй, ты издеваешься? Да. Значит, кровать моя? Да. А спальня где находится? Не представляю даже.
Ну, Даня! Бесишь! Сама найду. Ясно? Желаю удачи в поисках. Зачем тебе столько комнат? Ты живешь один. Пока я найду... Я нашла! Слышал, я нашла! Без твоей помощи! Молодец, что еще сказать? Я сплю на диване. Что скажем, Ви? В смысле? Ну, мы придем вместе в школу. Тебя это не волнует? Ни капли. Все равно. Сама что-нибудь и придумаешь. Круто. Только посмей что-нибудь сказать. Ясно тебе? Да. Слушай, сходишь со мной до дома? Мои родители должны быть на работе, а мне нужен рюкзак. Конечно, заодно узнаю твой адрес. А почему вы вместе? Ви, спокойно. Ты же сказал нам подружиться, оказывается, мы еще живем рядом. Даня? Да, мы живем рядом. Вот и пришли вместе. Ладно. Дина, стой. Идем на урок. Вы поссорились? Просто идем на занятия. Прости, что вчера... Проехали, ладно. А что случилось? Уже все хорошо. Скажи честно, ты ночью ушла из дома? В смысле? Ди, мне утром звонила твоя мама. Ну да, я ушла из дома, кстати, она мне не мать. Запомни это. Где ты была всю ночь? Ви, что за допрос? Я что-то тебе сделала? Просто ответь. Я ночевала в отеле. Правда? Конечно. Извини, пожалуйста, просто я очень боюсь его потерять. Ты обещала без ревности. Прости еще раз. Подожди, а как вы встретились? Я заходила домой, по дороге встретились. Теперь я спокойна. Прости, Ди. Что нужно? От лица тетушки говорю. Возвращайся домой, иначе будет поздно. Как это понять? Больше ничего не могу сказать. Возвращайся на урок. Пошли вы все. Передай, что я не вернусь. Не нужно утруждаться. Ты домой? Я сказала, что не вернусь. Просто веду себя как ребенок. Скажи это ведь так? Ты и так ребенок. Идем ко мне, там что-нибудь придумаешь. Да, спасибо. Даня, откуда у тебя столько женской одежды? Это вся одежда Люси. Люси? Точно. А где она сейчас? Учится в Нью-Йорке. Кстати, через неделю она приедет. Вау, а можно я это все возьму себе? Нет. Но у меня нет одежды. Пару вещичек. Можно? Ладно, бери, но... Но? Что за но? Да так. Потом узнаешь. Ночью как-нибудь. Люси, ты так рано. Привет, братик. Я освободилась раньше, решила не медлить. Эй, ты не рад меня видеть? Конечно, рад, только у меня гости. Гости? Эй, Даня, что за шум? Вау, какая встреча, правда? Люси, привет. Почему ты не сказал, что вы дружите? Мы не дружим. Да, просто есть другая причина. Причина? Я сам не знаю еще. Эй, я ухожу в школу. Кстати, Люси, рада тебя видеть. Крутой цвет волос тебе идет. Что? Вы мутите? Ты ж старше ее на 3 года. Нет, у меня есть девушка. Вау. Дина, Лорас, пройдите в кабинет директора. Мистер Джонс, что-то случилось? Дина, больше вы не учитесь в этой школе. У вас есть неделя. Вы сейчас серьезно? Что я сделала? Вас ожидает урок. Прошу покинуть кабинет. Но это незаконно! Просто так исключать! Вас ожидает урок. Покиньте кабинет. Что он тебе сказал?
В общем, меня, кажется, только что исключили из школы. В смысле, это как? Ты серьезно? Сейчас не до шуток. Что ты будешь делать? Не знаю. Дай подумать. Нет, я не знаю. Эй, я не хочу прощаться. Не нужно только этого мыла. Не создавай драму. Я попробую что-нибудь придумать. Да, не время для этого. Просто нужно что-нибудь придумать. Ди, попроси своих родителей разобраться с этим. Они быстро все решат. Нет, не помогут. Почему? Просто нет. Нужно что-нибудь другое. Ладно. Я тут слышала, что ты вылетела из школы. Давно пора, таким как ты, здесь не место. Лили, еще одна. Ну что, можешь радоваться? Я тебя поздравляю. Что ж, теперь я здесь буду командовать. Прелестно. Ви, теперь ты будешь тусить со мной. Идем. Лили, не наглей. Можешь забирать тогда ее с собой, если не отпускаешь. Ди, ты идешь на урок? Нет. Правильно, ты здесь никто. Никто. Так приятно это произносить. Вау. Ты это сделала? Явилась, неужели? Я знаю, это ты сотворила. Диночка, ты о чем? Не притворяйся. Ты забрала мои документы из школы. Ненавижу тебя. Да, я это сделала. С этого дня ты будешь учиться дома. У тебя скоро свадьба. Я устрою тебе шикарную жизнь. Ты должна благодарить меня. Нет, всего этого не будет. Ясно? Я жить здесь не буду. Делай, что хочешь. Я не позволю тебе. Зачем вызывал директор? Ди, ты меня слышишь? Исключили меня. Просто так. Хотя нет, это спасибо мачехе. Только не задавай вопросов. И так тошно. Эй, я тебе не позволю уйти из этой школы. Просто отдохни. Я сделаю все сам. Все-таки что тебя заставило приехать? Я тебе помешала? Никогда раньше положенного не приезжала. Ладно, я приехала не просто так. Я заберу тебя с собой. Ты будешь учиться в Америке. Поэтому нужно подготовиться. Ты закончишь через несколько месяцев школу, тогда мы и уедем. Не смей мне перечить. Я знаю, как лучше. Мое мнение тебя не интересует? Не перечь, Люси. Я рада очень, что ты будешь учиться в Америке. Жаль, что мы не сможем видеться. Очень жаль. Прекрасно. Можешь идти. Это мой дом. Командовать здесь буду я. Ладно? Подумаешь. Кстати... Если ты так любишь свою девушку, можешь пригласить ее с собой. На лето. Я не против, честно. Нужно подумать. Вроде нравится и бесит немного. Нужно подумать. Очень хорошо подумать. Я тут подумала, Дани меня совсем не любит. Любит. Позови его погулять. Вдруг он приготовил тебе сюрприз. Ты уверена? На все 100%. Хорошо. Что нужно? Даня? Ты поиздеваться решил? Даня, твою мать! Ди, я думала, ты моя лучшая подруга. Кажется, ошиблась. Откуда у тебя телефон Дани? Как ты могла встречаться с ним у меня за спиной? Я? Как ты могла такое подумать? А ничего, что ты записана у него как малышка? А я... просто Ви. Не хочу тебя слушать. Ви, стой.
Ох, Даня, не нужно было с тобой связываться. Даня еще не вернулся? Нет. Он так надолго уходил. Ты звонила ему? Недоступен. Может, в полицию позвонить? Нет, бред. Вы вроде не встречаетесь. Почему ты тут? Есть кое-какие проблемы дома. А школа? Почему ты перестала ходить в школу? Исключили меня. Я попробую поискать его. Зачем я это делаю? Мне ведь на него плевать. Что я делаю ради этого мудака? Надеюсь, ты не потеряла Даню. Если что, у меня все замечательно. Не скучай, Ди. Вау. Люси, я знаю, где он. Можешь не волноваться? Ну, тогда ладно. Спасибо, Ди. Неужели приперся? Дай сюда свой телефон. Зачем? Просто дай. Малышка, это как понимать? Что не так? Зачем ты меня так записал? Потому что ты малышка. Фу, это мерзко. Эй, отпусти меня. Из-за тебя на меня обиделась Ви. Придурок. Да? Ну ладно. Ты... Придурок, отпусти! Пару дней спустя. Люси, что делать, если я влюбилась? Серьезно? Малышка Ди влюбилась? Интересно, в кого? Это не важно. Что мне делать? Я ведь ничего не знаю. Я не знаю. Ничего. Ничего не могу посоветовать. Ну, Люси, у тебя же есть парень. Есть, но я не знаю, как мы начали встречаться. У каждого по-разному. Блин. Я же такая... Как могла влюбиться? А он козел. Ди, ты о ком? Неважно, забей. Пойду гулять. Пока. Как можно было влюбиться в такого мудака? Еще и свадьба, про которую я не знаю. Почему все так сложно? Пап? Мам? Дина, послушай меня. Прости, пожалуйста. Я серьезно. Прости за все. Можешь возвращаться в школу? Вау. Ты шутишь? Нет, я серьезно. Ну, ладно. Возвращайся домой. Обязательно. А где папа? Папа... Он в больнице. В какой он больнице? Все хорошо, он у самых лучших врачей. Успокойся. С ним точно все будет хорошо. Да, я обещаю тебе. Ди, я хочу кое-что сказать. Встретимся сейчас в парке. Конечно, сейчас подойду. Что-то важное? Я очень долго сидела и думала. Искала разные варианты. Немного плакала. Убивалась весь вечер. Ви, ближе к теме. В общем, я больше не хочу встречаться с Даней. И я поняла, что мы с ним не подходим. Ты скажешь, что я дура? Верно. Я ведь сохла по нему, бегала за ним. Но такой тип, как я, ему не подходит. Вот ты? Я? Что ты имеешь в виду? У вас похожий характер. Вы были бы идеальной парой. Ви, что за бред? Я и он?
Никогда. Честно, я буду очень рада, если вы будете встречаться. Ви, ты меня пугаешь. Ты ему призналась? Нет. Я хочу сказать сейчас. Отведи меня к его дому. Серьезно? Да, идем. Я хочу сделать это сейчас же. Ладно. Вау, а здесь красиво, а? Откуда у тебя ключи? Ключи? Ви, что ты здесь делаешь? Прости, что пришла без приглашения. Есть важный разговор. Мы можем поговорить в другой комнате? Да, пойдем. Это мой шанс. Быть вместе с ним. Бред. Блин, Дина, как ты могла влюбиться? Особенно в такого человека. Как жить с этим? Ну? Все отлично. Да, теперь мы просто друзья. Оставим все в прошлом. Я за вас очень рада. Мне нужно идти. Пока. Теперь я одинокий. Грустно осознавать. Это тебе месть. Будь ты всегда одинок. А как же ты? Малышка. Что? Ты всегда будешь со мной? Я? Смешно. Я сейчас же уйду домой. И мы больше не встретимся. Ты не сделаешь этого. Почему же? Я возьму и уйду. Я знаю, что ты любишь меня. Что? Ты любишь меня. И я это знаю. Признаешь? Признай это. Ты долго будешь молчать? Да, да, я люблю тебя. Ты это хотел услышать? Дина! Вы вместе? Упс, Ви, я забыла сказать. Вы встречаетесь? Я знала. Вы идеально подходите. Лука? А он... Неожиданно. Привет, кузина. А вы... Теперь мы встречаемся. Серьезно, это неожиданно? Эй, мои словечки. Ну, с кем поведешься, так говорится. Сволочь. В общем, в этом сериале была также плохая концовка, но я решила ее не озвучивать, потому что зачем нам всем плохая концовка? Там вроде бы в плохой концовке вроде бы отец умер. Я просто не знаю, кто умер там на самом-то деле. Но думаю, он. Да. В общем, я не хотела озвучивать плохую, а потом хорошую. Я сразу решила начать с хорошей. Типа, зачем нам плохая, да? Ну, логично. Все. Вот так вот все сложилось. А еще я хотела на 1 сентября выложить видео. То есть вот эту озвучку. Но потом как бы так сложилось, что мне было лень. Да, я ее с 1 сентября делала. Да, это просто, бред. Делала вот совсем по чуть-чуть. Вот чуть-чуть, по совсем немного. И потом как-то все и забила, и все, да. И сегодня только вот закончила. 6 сентября. Еще неизвестно, когда выйдет видео. Всех, если что, поздравляю с 1 сентября. Вы пошли в школу. Это, я понимаю ваши чувства. Ходить в школу, это, конечно, капец. Это ужасно. Но ничего страшного. Зато вы живы. Вы живы и здоровы. Это самое главное. Говорю, как бабушка, какое-то честное слово. В общем, всем спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, что вам понравилась моя озвучка. Если это так, то подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео и пиши свой комментарий, я обязательно его прочитаю. Ну, а если вам понравился сам мини-фильм, обязательно подписывайся на канал автора. Как всегда, ссылочка в описании. Как обычно, как всегда, всегда есть. Ну, просто вот зайдите, проверьте, типа, вот реально есть. И все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что ты есть. Всем пока.